В минувшее воскресенье 30 мая на Раменском ипподроме состоялся конно-спортивный праздник. Организатор мероприятия – Ассамблея народов России. Сегодня в Раменском ипподроме проводится фестиваль национальных игр. В первую очередь это национальная исконная игра кукбуру и татарский куреш. И еще турнир по волейболу и по футболу. Эти игры посвящены 60-летию первого полета человека в космос, 76 лет Великой Победе и окончания Ураза-Байрам. В этот день для гостей была подготовлена насыщенная программа. Рысистые бега, парад участников соревнований, игры кокбору и куреш. Выступление народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Идель Волга». Я сегодня на Раменском ипподроме, пожалуй, наверное, впервые нахожусь как гость, а не как организатор. Поэтому очень приятно, что наш Раменский ипподром – востребованная площадка. И здесь уже не первый год проходит соревнование, которое устраивает Ассамблея народов мира. А именно, есть замечательная спортивная игра – это киргизская национальная игра кокбору. Поэтому сегодня здесь будут финал, две команды, которые будут сражаться. Я думаю, что впереди нас ждет интересное зрелище. В соревнованиях приняли участие 4 команды из Москвы, Подольска, Иркутска и Воронежа. Я надеюсь, что сегодняшние соревнования у каждого останутся в своем сердце и душе на долгую память. Я надеюсь, что эти мероприятия станут традиционными. Ну а мы выходили, чтобы вы показали сегодня действительно яркие выступления, чтобы мы запомнили их на всю жизнь. Поэтому спасибо, всем хорошего настроения, здоровья! Сергей Григорьев, Дмитрий Корунов. Для программы «Городские вести».